С небольшим опозданием в угоду погоде, но праздник все-таки начался. Церемония открытия Дня города по традиции проходила на площади Революции. В гостях делегации из Владимира, Москвы, Ярославля, Сергиева Посада. В этом году вместо шествия для зрителей подготовили театрализованное представление «Новому столетию. Новое Иваново». В одной постановке сразу несколько мини-спектаклей истории. От истоков текстильной столицы до новой России и того, как преобразился и еще преобразится город. Мы преобразим железнодорожный вокзал. Я благодарю всех жителей города, которые остались неравнодушными и приняли участие в голосовании и выбрали внешний облик вокзала. Мы сделаем облик вокзала именно таким, как выбрали вы, жители города. После официального старта праздника горожане разбрелись по площадкам. Некоторые мероприятия из-за погоды, конечно, пришлось отменить. Но о том, чтобы перенести сам праздник, речи даже не шло. Нет, мысли отменить, конечно, не было. Нам пришлось перенести ряд мероприятий в первой половине дня. Конечно, дождик нас всех немного напугал. И вот мы видим, что жители пока еще не очень охотно приезжают на основные, на наши площадки. Я думаю, что сейчас все увидят прогноз погоды. По прогнозу погоды дождя больше не будет. Соответственно, все идет в плановом режиме, и можно спокойно отдыхать, радоваться за наш город, за то, что мы в нем живем, за то, что он у нас самый любимый и родной. Многие после открытия Дня города перекочевали в аптечный переулок. Здесь сегодня молодежный арт-арбат. Настроение хорошее, дождь напугал. Бывает, ничего страшного. Все хорошо. Все хорошо. Да, хотим посмотреть все, и здесь, наверное, тоже уже еще пройдемся. Можно разучить пару фигур кадрили, стать хотя бы на полчаса барышней и кавалером. Студия исторического танца приглашала всех желающих. Так зрителям всегда интереснее, если мы проводим просто показательное выступление, то это не так интересно. Ну, люди что-то танцуют, и ладно. А тут люди выходят и смотрят, это просто. Это действительно просто, это можно танцевать. Поэтому это как-то легче проходит. Людям не так скучно, зрители так не так далеко убегают. Гости из Москвы угощали прохожих настоящим китайским чаем. Учили, как правильно заваривать и подавать этот напиток. Сегодня был дождливый день, мы немножко запоздали, но сейчас мы только начинаем заваривать чай. Вот, и видно, что люди с интересом слушают, и мы рады гостеприимству, потому что нас встретили, нам помогли. Вот. Сейчас завариваем уньшаньский улун, сяо хунпао. Вот, он имеет такой пряный аромат, немного с таким запахом обжарки на углях. Ангел, богиня Афина, девочка с сачком, человек с тростью и пьяница. Студенты политеха, как и обещали, на один день превратились в живые статуи. Замереть и стоять не двигаясь, просто только на первый взгляд. Ну, терпения хватает ненадолго, то есть позы меняем. А так, в принципе, весело. Люди гуляют с нами, фотографируются. Это очень интересно, то есть мы в первом образе в таком первый раз, первый опыт, нам очень все нравится. Не прошел мимо и Владимир Шарыпов, мэр тоже сфотографировался со скульптурами. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.